Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатимышка кровожадная. Ну я, конечно, люблю свинюшек и коровяшек убивать, но это не значит, что я кровожадная. Но за мышку спасибо. И сегодня мы находимся там, где ночью на улицу никто и никогда не выходит гулять. Мы находимся там, где люди никогда не платят за электричество, поэтому всю жизнь сидят дома в темноте. Мы находимся там, где никто никогда не летал в отпуск, никогда не загорал и никогда не видел солнца. Мы в Сыктывкаре. Да-да, это такой город. Там на самом деле вообще никогда нет солнца. Во всех городах есть солнце, в Сыктывкаре нет. Там даже дети в детском садике рисуют домик без солнца. Они не знают, как оно выглядит. Бедные дети. А чё, Сыктывкар такой бедный город, что там никто никогда не платит за электричество? Да, сидят в темноте, у них мелатонин вообще вырабатывается, хорошо, кстати. Но вот загар у них вообще бледненький такой, поэтому пользуются услугами солярия. А ты-то откуда знаешь, что в Сыктывкаре даже солнца нет? Ты была в Сыктывкаре, кто тебе рассказал? Троюродная тетя через моего старшего брата, через поколение дедушки. Ну слушайте, ребят, если кто-то живет в Сыктывкаре, я вам прям советую летом куда-то уезжать, если, конечно, карантин закончится, и загорать моментально, то нельзя бледными ходить. Ну, как бы кальций не вырабатывается, надо на солнце выходить. Бедные сыктывкарцы. Да какой кальций не вырабатывается? Солнышко вообще-то витамин D вырабатывает. Ну ты даешь. Ладно, пойду позагораю. Признавайся быстро, иначе сейчас тебя на шашлычок пущу. Где бог Майнкрафта? Ты по-любому его видела. Ты здесь всю жизнь живешь. Ты всю жизнь с самого рождения Майнкрафта здесь. Признавайся. Кать, кого? Но мне кажется, корову нет смысла пытать. Она 100% тебе не скажет, где находится бог Майнкрафта. Успокойся, давай мы лучше ее трогать не будем. Пошли. Там деревья. Аккуратней! И помни, пожалуйста, то, что сказал бог Майнкрафта в начале серии. Вот как обычно мы зашли, он начал нести вот эту дичь, то, что ночью в темноту на улицу лучше не выходить. И то, что в этом Майнкрафте никто никогда не платит за электричество. Я уже сдалека вижу то, что в этой деревне темно, как в заднице у мистера Крипера. Да ты там был? В заднице у мистера... Где? Откуда ты тогда знаешь, что там темно? Каждую серию Майнкрафта мы с тобой в заднице мистера Крипера, потому что мы даже не знаем, что нам ожидать от этой серии. Поэтому давай мы с тобой будем аккуратнее. Тем более, учитывая то, что мы реально играем ночью. Темно, ни одного фонаря, ни одного факелочечка. Я думаю, нам стоит узнать, в чем же здесь дело и в чем заключается загадка. И почему они никогда не платят за электричество, а? Вы что, бомжари, что ли, в этой деревне? Я не хочу оскорбить Сыктывкар, но пока что я не понимаю, что здесь происходит. Так. Он не Сыктывкар, а Сыктывкар. Сыктывкар. Да без разницы какая, давай заходи вот сюда, в дом. Так. А куда заходить-то, ёпрасоты, где ты? Зажигалка. Пошли. Очень полезная вещь. Пошли дальше. Зайди в этот дом, посмотри, что там есть. Я пойду в другие дома. Будь аккуратна, тут много мистеров криперов, нет освещения. А вот эти монстры всегда спавнятся в темноте. Поэтому, Кать, аккуратно, пожалуйста. Ты не поверишь, что я нашла. Что ты нашла? Такая полезная вещь, просто безумно. Два света камня. Зажигалка и два света камня. Тогда отойдите вы! Опа! А я... Прикинь, иди сюда, зайди вот сюда, зайди. Смотри, что я нашел. О, это я люблю, это мне, это вот это мое. Дуримонда, на стенку посмотри, на плакат посмотри. А, ща, подожди, пульки-то заберу. Плакат. Бэтмен, прикольно. И в чем прикол? Так, я пока не понимаю, в чем прикол. Опа. Смотри в окно, смотри. Чё? Мышка пролетела, смотри, улетела, видишь? Летучая мышка? Ага. Пошли дальше. Подожди. Опа! Иди сюда! Что там? Тут были потушенные вот эти костры. Если найдешь еще, говори, я буду их поджигать. Так, подожди, я пока ни черта не понимаю. В этом сундуке две свечи. Смотри. Подожди. Ну хоть чуть-чуть посветлее стало. Подожди. Ты не замечаешь вот сходств между каждым сундуком? То, что в каждом сундуком... Ёханый пердак, он сейчас чуть всю деревню не разнес. Так, давай осветим вот это. Чё там внутри?
Магма. Магма-блоки? Забирай все это. Пошли на улицу. Да не нужна мне эта магма. Заходи, давай, давай, да. Опа, еще один костер. Подожди. Так может наша задача в этой серии осветить всю планету? Учитывая то, что сыктывкарцы не платят за электричество, может нам... Да ядреный хрыщ, да... Как у меня патроны кончились? Здравствуйте, бордаствуйте. Слушай, тут мышей этих так много, ты не заметил? Летучих? Нет, я только одну увидел. Вот она летает. Не знаю, я уже как минимум три увидела. Либо это одна и та же, либо я их, не знаю, много. Короче, Кать, как я понимаю, наша задача в этой серии осветить все, что только можно. Потому что в темноте всегда обитает зло. И нам нужно поставить здесь как можно больше света. Это пока что только моя догадка. Но почему мы тогда в каждом сундуке находим что-то, что может осветить? Нам еще осталось где-то факелы найти, тогда 100%... Редстоун факелы! Моя теория, походу, сбывается! Слушай, так почему жители так достали? Я не то выкинул, как... Твою фуражку! У тебя там все в порядке? Ну как тебе сказать, ослепило, как будто со Второй мировой вернулся. Я вместо... Господи, я вместо факела случайно гранату световую выбросил. В принципе, Сэдди, вот смотри, что я сделала. Чё? Я светокамень поставила... На пшеницу. Ты такой молодец. Спасибо. Кать, ты все дома облутала. Посмотри, пожалуйста, здесь, в этом. Опа, три светящиеся тыквы. Это 100%, вот 100% я тебе говорю, то, что нам просто с тобой надо светить эту деревню. Но пока от чего светить, я не понимаю. Может, просто... Слушай, так а чё жители-то, я говорю, сами-то не могут себя светить ничего. Вы чё, ленивые? Вы чё, вы кто? Ну так... Чего, кстати, мало-то? Бог Майнкрафта тебе сказал то, что они не платят за электричество, понимаешь? Не платят. Так мы сейчас, получается, тут понаставили свет, а им потом придется платить за нас. Ну, получается, как бы, да, но нам-то какая разница, мы потом свалим с этой деревни. Слушай, ну мышки-то, конечно, тут летают, они меня уже изрядно бесят. Может, это пойдем в другое место? Ты говорил, тут одна мышка летала. Смотри, сколько их уже. Раз, два... Да нет! Ой, эти мистеры Криперы нас ненавидят. Я тебе зуб даю. Раз. Да по-любому. Два. Три. Четыре. Пять. Пять летучих мышей. Офигеть, ребята. Сколько вас здесь развелось. Да походу, это вы хозяева деревни, я так полагаю. Ой-ой-ой-ой. А чё это вы все на меня тут... Это, а чё я вам сделала? Не, я просто королева мышей. Смотри, я повелеваю им. А ты помнишь, да. Ты помнишь, что в начале серии сказал бог Майнкрафта? И как он тебя назвал? Ну как-то что-то мышкой там какой-то. Екати, мышка кровожадная. Я бы так хорошо не относился к этим мышкам, потому что как раз именно они могут оказаться этими кровожадными. А давай мы свалим отсюда как можно скорее. Пошли. Пошли, пошли, это их деревня. Да, по-моему, они дружелюбные. Давай, это их деревня, давай мы не будем возле нее находиться. Кыш, нечистая сила! Да, все, мне кажется, они не полетят за нами. Я очень сильно на это надеюсь. Все, давай, пошли, пока они не увидели, куда мы отправляемся, давай за мной. Ну вот, он и закончил школу, значит, золотой медалью, этот братец-то Сыктывкарец-то, который потом поступил в школу бокса, в институт бокса, знаешь, такой, там, на магистратуру, значит, он, вот. Потом у него бабушка говорит, да нет, зачем тебе этот бокс, это не презентабельная профессия. Ну, в общем, как-то так и получилось все. И зачем ты мне сейчас это рассказывал? Ты думаешь, мне интересно знать про твоего троюродного брата из Сыктывкара? Ты только что сказал, расскажи мне какую-нибудь историю. Ну так я не думал, что ты 20 минут будешь рассказывать про брата Сыктывкар. О, кстати, пока мы шли, мы наткнулись на вот на крепость, деревню, вот. Гробницу, все на залу, не то что надо. Пошли. Так пойдем в нее зайдем, может там что-нибудь интересненькое есть. Надеюсь, что там есть что-то интересненькое, потому что у меня свет уже кончается, у меня вот этот последний магма-блок остался, больше у меня ничего нет. Я не знаю, как нам дальше все освещать вот здесь, а в темноте я не хочу ходить. Опять эти летающие мыши сейчас на нас налетят. Да нормально, сейчас день наступит. Нам не нужен будет этот свет. Если он, конечно, наступит. Так, пошли. А чё, в Сыктывкаре боксерская вот эта академия есть? Да. Вот я тебе про это и рассказывала, ты мне как обычно не дослушал. Ладно. Аккуратно. Мы так давно с тобой в гробницах не были, то что надо помнить, то что вот сюда нажимать нельзя. Ой. Так, что у нас здесь интересное? Железо. Золото. Ну, золото, так. Порох. Забирай изумруды. Так, здесь золото, здесь у нас книга на защиту 3.
У тебя-то зачарованная бронька, у меня не зачарованная, надо будет потом себе зачарить. Так, вот это все забираем, забирай все золото, забирай порох, забирай вот это все. Так, все, давай будем с тобой выстраиваться, я тебя жду наверху. Подожди, ну смотри, здесь нет никаких световых вот элементов, значит все не так уж и плохо, значит это в той деревне только так было. Вот, смотри, я нашел факелы редстоуновские, понимаешь? И зачем ты их здесь тратишь-то, ну? Ну пускай здесь тоже как бы светло будет, а че, не оставлять же здесь темноту. Ну, логично, логично. Все, давай, вылезай! Ща. Ну, как-то немножко сыкотно, я тебе скажу, от того, то, что везде все так темно, все закрыто. О, мышка летучая. Все замуровано просто. Да куда ты выстраиваешься такая? Ой-ой-ой, все-все-все. Да, все, подожди, тихо. Спускай, там мистер Крипер! Собака-то такая! Как ты его ловко-то это пошли, самое пошли, взял? Пошли, вылезай, вылезай, вылезай. Ты отойди от нас! Вылезай давай! Да вылез... Чё ты так на вот это кричишь-то? Посмотри назад! Ну нафиг! Это чё, трансформер человек какой-то? Ну, я сейчас только что на глазах из летучей мышки превратился! Это бледновле, бледноскожего ядрить, колотить, цик-цик-цик-карца! У меня ж язык сзади, сука, буду с ним разговаривать не могу, отстань! Уйди, нечистая сила! Да его даже не убить! Пошли! Подожди, ты видел, какой он бледный? Вообще просто белый, как в лесу. Не загорает, сыктывкарец! Не загорает, они же в отпуск не летают! Подожди! Ты думаешь, это сыктывкарец был? Скорее, а ты видела, какие у него глаза красные? Они же света не видят, в темноте всю жизнь живут, наверное, из-за этого глаза красные. Да, слушай, наверное, и такие вещи темные. Чего мы какую-то фигню несем? Это был вампир! Летучая мышь превратилась в человека. Это, наверное, только самые тупые не знают, то, что это вампиры. Что мы с тобой-то тупим-то так? Пипец, так вот почему везде был свет. Вот почему... Почему нам давали такие подсказки? Значит, вампиры же боятся света. Вот почему мы должны все освещать. Вот, давай, Кать, сбросимся всем светом, который только у нас есть, потому что он нам пригодится. У меня давай, три редстоун факела, три редстоун факела и зажигалка. Все, больше у меня ничего нет. Хорошо, у меня ничего нет. Мы в дерьме тогда получается, потому что у нас света нет. Ну, хотя бы есть вот то, что имею, как говорится. Так, забирай все это и потопали отсюда. Больше в ту гробницу я никогда в жизни не вернусь. Так, пошли найдем какую-то деревню, я буду надеяться, что там есть какой-то еще свет. Пошли давай. Так, еще одна деревня. Вроде света там никакого нет. Кать, у тебя снайперская винтовка? Взгляни, пожалуйста, через прицел. Может, увидишь, что там кто-то бегает. Сейчас посмотрим. В окошках все темно. Давайте. Никто не бегает и даже никто не летает. Да, отлично. Я уже тут за чики-бомбонил, если ты не против двух свинюх, а то они на меня вот это что-то напали. Так, ладно, пошли тогда в деревню. Наша, Катя, с тобой задача найти как можно больше света до того момента, как кто-то... Вы от меня отстаньте! А, так я в руках морковку держу и думаю, что они на меня бегут. Задача найти как можно больше света, чтобы нас с тобой никто сегодня ночью, ну, немножко так за шею не кусянул. Это самое главное. Пошли. Да все норм будет, ща мы тут быстренько факелочков, там костерочков. Смотри, так, заходим, сундук. Ох, житель. Пустой сундук, подожди, так. Отойдите, его мы вам жизнь-то спасаем. Так, еще один сундук. В этом сундуке. Кать, 5 факелов, я нашел 5 факелов. А тут пусто вообще в доме, ничего нет. Кать, я тебе вообще предлагаю... Опа, 3 факела. Я тебе предлагаю держаться вместе, а то мы с тобой как-то так рассредоточились, то что сейчас на нас сзади кто-то нападет. Так, еще да один с чего сундук. Ты взял, что на нас кто-то западет? Где ты вообще? У меня уже... вот это 11 редстоун факела. Я тут как бы смотрю сзади. Аккуратно! Собака! Это стоп! Уйди! Мистер Крипер! Сгинь! Что ты-то тут всё делаешь? Сгинь! Я сейчас... Санта Лючия, Дева Мария, Пресвятая Богородица! Он тебя укусил! Ты чё зелёными пупырики вот это? Ну он меня коцнул и половину жизни снял! Я поставил вот эти редстоун факелы, он вроде убежал! Подожди, у меня аж башка чё-то немного закружилась! У меня один факел есть, мне не выжить сегодня! Иди сюда, подойди сюда, я здесь всё осветил! Они к свету не приближаются вообще, это же вампиры, забирайся!
Ты что на меня-то смотришь? Вы почему за электричество это никогда в жизни не платите? Видите? Не платили, у вас вампиры здесь настоящие завелись в городе. Господи, надо истреблять, надо истреблять, ребята. Аж башка закружилась-то. Так, винтовочка в руках, я предлагаю куда-нибудь свалить. Скорее, вот туда. Пошли, Кать, у меня остался последний редстоун факел. Больше у меня ничего нет. У меня еще, конечно, зажигалка есть, но все. Подойди сюда. Вот он! Тихо. Собака, отойди, я тебя подожгу, если ты ко мне сюда приблизишься. Отойди! У меня четыре есть. Подойди сюда. Я придумал, что можно сделать. Зайди вот сюда, внутрь. Ты нас хочешь поджечь? Я не нас хочу поджечь, я хочу нас отгородить вот этим линией огня, чтобы они вот сюда даже не заходили. Они не смогут сюда зайти. Ты смотри, кровосиси. Жарковато. Чё, подойти не можете, да? Света боитесь? Ну и стойте там, собаки. Сейчас я одного пристрелю, всех пристрелю. Да не трать ты пули, им это на это все равно. Их пули-то не серебряные. Да, их пули вообще не берут. Чё нам делать-то, Кать? Чё делать? Учитывая то, что мы просто полностью все в огне, нас окружили вампиры, я думаю, что можно ничего не делать, а попрощаться с жизнью. Подожди, может мы здесь дождемся утра, когда начнет светать, они же свалят отсюда, чертовой бабушки, они не могут терпеть дневного света. Слушай, это отличная идея. Просто гениальная. Давай стоять в огне и ждать утра. Ну другого варианта как бы у нас нет, если тебе что-то не нравится. Опа, мистер Крипер сейчас одного вот этого вампира убьет, смотри. Вот так вот. Картошку подорвал. Слушай, Катюх, мне кажется, или уже помалесеньку начинает светать. Вот посмотри туда, в ту сторону, а? О, реально, слушай, можно уже огонечек-то убирать. Нам никто уже не навредит. Ну чё, кровосиси, сейчас поджаритесь немножечко, да? Дракуличий фаршик у нас получится. Ну что будете делать? Давай, Кать, подходи. У тебя есть какой-то свет? Подожди. Аккуратно. Опа, один превратился уже в мышку обратно, улетел. И второй. О, все, до свидули. Слушай, так это получается, в той деревне были вампиры вокруг меня летали-то которые? Ну, получается, днем они тогда летучие мыши, а ночью они становятся вампирами. А ты себя хорошо чувствуешь, а? Ну, нормально, обычно. А чё ты спрашиваешь-то? А вот цвет кожи у тебя вот с ним что вообще стало? А ты чё, решила меня оскорбить? Как в смысле цвет кожи? Всё обычно! А глаза не слезятся, там вот это, красные какие-то очень серьезные. Слушай, давай ты ко мне не подходи, мне на самом деле было приятно с тобой познакомиться, я пойду. Ты чё несёшь, какие красные глаза? Ну глаза красные, потому что... Всё, пока-пока, давай, я поехала куда-нибудь, пока. Ёшки-картошки. Так эта собака, оказывается, меня всё же кусанула-то за шею в том доме. Это ты был, кровосися! Ну так мне-то сейчас тоже лучше держаться в тени-то. Теперь я кровосисей стал. Я кровосися.